Итак, здравствуйте, с вами программа Gold Games, я ее ведущий Водон ТВ, мы продолжаем проходить метро 2034. Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Так, ну это мы уже слушали, можно пропускать. Вот мы, короче, разбились с вами. Дальше едем. У меня противогаза хватит. Ой, жестоко. Противогаза не хватит, а что ж тогда делать? Ой, сука! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Это не ГБ вроде, форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Да базару не буду я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. А, тут уже противогаз не надо. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручь, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Он бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще? Че ты хоронишь-то раньше времени? Так, у меня... Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего... Не идут тогда. Но придут еще. Не, это делать не будем. Как вы думаете, они всех убили? О, может, хорошо. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, что мне дальше ехать? Так, дай тебе Бог не узнать ее с этой стороны. Так что, пойду на... Ладно, поедем дальше. Ускоряемся. А ну-ка, выйдем. На 5 секунд. Так, ножичек, отлично. Так, вот тут что-то должно быть. Подзарядим фонарь. Все, поехали дальше. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. Блин, что заново? Блин, тупанул. Нереально тупанул. Я ж не знал, что тут будут эти солдаты. Я
бычара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. Поехали. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что ж мы теперь? Как же мы теперь? Да может, живы еще. Чего ты хоронишь-то раньше? Стрельба какая была? Так, может, можно им как-то стрельба помочь? А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего? Не идут тогда. Но придут еще. Так, ладно, тогда давайте. Ждем. А как вы думаете, они всех убили? Может, и всех. А может, и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизнь. Так, глушак с этой стороны. Какой прицел? Не, вот такой. Да что мы там навыручаем, твое? Мы их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться так, тогда. Так, теперь именно четко. Давай там собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же, ну, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как мы, стоит. Зачем? Зачем ты меня потащил, Пень старый? Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. Смотри нам всем крышка. И про тебя, и Кузнеца твоего, урода. Ну и шел мне куда. Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. А ты до него дура. Вывез как же? Бандитам в руки. Не унесешь столько. Откуда ему? Хороший патрон. Покупай. Дозе картечи в пузо, ни один бандит рад не будет. Покупай. А толку, если теперь к бандитам все попадем? Многовато набираешь. Сожди еще. А то с этими тут наторгуешь. Так мобилизация. Да кто тебе такого богатыря взял? Это раньше не брали. А теперь повестка пришла. Так, мать, ладно, что я с вами тут долго не прожил. Идем дальше. Пустите! Пустите, умоляю, не надо! Завали хлебала, сучка! Так, вот тут сейчас будут вот эти... Помогите! Помогите! Не вещи, не помогут! Не, ну чисто кучу осталось там. Маслята, это еще что. И барахла вон у меня сколько. Это сталкеры. Ну ты, бля, давай так же все тогда все. Ну ты, бля, сука, так, я думаю, у них тревоги нету. Отлично, хедшот. Пацаны, оттянется чаром.
Хедшот. Сейчас развяжу. Сейчас развяжу. Братишка, спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. У них уже была ловушка. Сейчас глянем. Мы ж вообще жилистые, раскидаем всех. Я за 20 лет отслужил. 20. Дали пенсию. В день 100 грамм грибов и потом. А милостыню просить не дают. Говорят, не так, я поехал. Что-то вас не дождешься. А где это? Блин, надо этот фонарь потушить. Блин, что-то патронов мало. Ого. Она АК-шка мало. Так, тут, я думаю, они... Что-то я тут не смогу выйти. Так, пошлите. Я гляну на, если не покажется. Значит, гнилая тема какая-то. Тогда маяку. Понял на. Ну иди сюда, делайся. Так, я это смогу пробить? Я думаю, смогу. Откуда вас стреляют-то хоть? Пацана,
Ну, где твоя башка? Пацанов, пацаны! Ладно, все, короче. Вот, тварь. Пофиг, короче, все, поехали отсюда. Всех убил, я думаю. Поехали, блин, я вообще не знаю, что тут делать, куда ехать. Шо, куда? Честно, не знаю. Нет, тут я не проеду. Ну все, зашибись. Куда мне теперь? Теперь придется возвращаться к этим. Помогать им. Непосредственно придется помогать им теперь. Ну и ладно, поможем. Тут как радиация, кстати. Это мне чем-то напомнило радиацию. Блин, я хоть вообще туда иду или нет? Я ж так вот и наугад иду. Так, ладно, выходим отсюда. Все, всех вроде бы перебил. Поедем куда-то. Так что я теперь ученая. Решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Да, нелегко так. Нам там на крайних станциях. Но и у нас не сахар. Мы его призвали. Покупай, ждала. Покупай! Патроны отборные! Потом скажет ко мне сослуживец его. Думаю, все, убили. Я договорилась. Не полезет тебе. Фашисты в плен его взяли. А это же значит... Многовато набирает. В лагерь. Если сдался, ладно. Значит предатель. Папа не предатель, папа герой. Герой, герой. Конечно, герой. Блин, ну куда мне? Я не могу понять. Надо срочно найти этот долбанный выход. Его фиг найдешь. Мне не сюда. Блин, опять, наверное, туплю. На самом деле, выход очень близко, я так думаю.
это параша. Блин, одному, блин, передвигаться не очень комфортно. Блин, ну где выход? Мне кажется, этим надо как-то помочь, а как? Может, как-то тачка им помочь. Я понял, мне, наверное, надо их прицепить и повезти. Сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Так, вот это надо рельсы переставить. Сейчас переставим, блин. Так, выходишь непутёво. Блин, тут их не перестанешь. Ладно, я как найду, что делать, я поставлю сейчас на паузу, найду, что делать, и мы продолжим. Так, продолжим. Я нашел выход. Это было очень легко, я просто чуть-чуть тупил. Там надо было найти рычажок. Я его нашел, продолжаю. Так, давайте выйдем, а то... Мне кажется. Да, вот враги. Ну, сейчас мы их убьем. На минус. Подкрадемся. И убьем. Правда. У меня глушак на калаше. Можно было бы их и с глушаком. Так, там ничего нету. Давайте глянем тут. Так.
Я переделал, чтобы было прямо, да? Ну все, поехали. Теперь будем прямо ехать. Так, поехали. Я надеюсь, я на верном пути. Пофиг, поедем так. Я сошел с пути. Все-таки не туда я поехал. Все, короче, будем теперь двигаться пешком. Так, что-то эта часть у нас не очень получается. Ладно, давайте продвигаться. Трупы. Ага, мне надо открыть эту дверь. Зашибись, чё. Мне интересно, как я её только открою. Вот, блин. Папандос, так папандос. Так, ладно, не очень удалась у нас эта часть, будем заканчивать ее. Всем спасибо, до новых встреч.